Oh. Всем привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 27 ноября 2023 года, и мое очередное видео для вас. Я сегодня, друзья, вам покажу много чего и расскажу много чего. Ну, в общем, такие короткие зарисовочки. Из моей нынешней жизни. Вот, но прежде, друзья, я хочу, конечно же, всех поблагодарить моих милых женщин, которые мне написали в личку, когда я рассказывала вам там о сайте знакомств. И хочу я предупредить, девочки милые, мои дорогие, очень много писем, больше ста. Я вообще сказать по правде я не ожидала, конечно. Может быть, погорячилась, но получит, получается так, что я, конечно же, вам всем отвечу. Я хотела всех вместе как бы там собрать и поговорить, но нет, получается, что я напишу каждое из вас. Поэтому, друзья, понимаете меня, сто человек – это очень много. Пожалуйста, будьте терпеливыми, те, кто написал, я обязательно всем вам отвечу. Я также хочу напомнить, друзья, пожалуйста, не забывайте ставить лайк. В конце просмотра лучше всего это делать, ну или в середине, вот может быть, как сейчас, но не с самого начала, потому что такие лайки YouTube не засчитывает вообще Ютуб, конечно, <laughs> очень специфическая такая компания. Они делают что хотят. Но что имеем, то имеем, как говорится. Да, друзья, не забывайте еще делиться моими видео со своими друзьями. Это тоже как-то помогает продвижению моего канала. Подписывайтесь на канал, те, кто еще не подписался, потому что я не теряю надежду все-таки к Новому году иметь э, серебряную кнопку от Ютуба на 100 тысяч подписчиков. Ну ладно, друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте чаек копеек и поехали! Это дом Сандрин. И, наверное, да. Помните, вход чудесный. И вот это их забор такой. Сейчас покажу вам. Боже мой, посмотрите. Цветы цветут. Ноябрь, конец ноября. И сегодня у нас, кстати, ноль градусов. Те, кто не в курсе, расскажу. Сандрин, моя давняя, предавняя знакомая, мы когда-то в колледже учились вместе еще в 2012 году. Ну, а потом я у нее была много в гостях. Потому... в пяти минутах ходьбы, поэтому вот я частенько мимо ее дома прохожу. И сейчас решила вам опять показать и напомнить. У меня спрашивают, кстати, многие, что с Сандрин, расскажите о ней. Ну и она снова уехала вместе с младшими детьми и с мужем. Уехала в Гонконг по работе мужа. Муж у нее в огромной компании, баристер или юрист, адвокат. Ну вот так. И хорошие деньги получают, поэтому вот они Живут прекрасно. Ну а старшая дочка, я, по-моему, тоже вам рассказывала. Она осталась здесь, она уже взрослая, и она с бойфрендом живет. И вот я смотрю, у них, видите, много машин тут стоит, может быть, гости. Я так мельком сняла, в общем-то, чтобы вам показать. Вообще, по-моему, даже и этот дом похож на тот дом, в котором я сейчас живу. Я об этом тоже говорила. И вот классно, конечно, когда у людей есть деньги потому что э, Сандрин покупала этот дом за 900 тысяч в свое время. Ну, наверное, это было где-то больше 7 лет назад. 900 тысяч фунтов. Они, конечно, вложились там, ремонтировали, окна меняли, э, крышу меняли, но ну, где-то, наверное, 300 тысяч они еще вложили. Но самое-то интересное, что сейчас этот дом, он стоит порядка 2 миллионов фунтов стерлингов. Поэтому вот недаром говорят «деньги к деньгам», да? Ну вот и здесь так тоже получилось. Но ну, а следующий мой видеосюжет, от которого я, в общем-то, сама в шоке, это «Пап э, Визер называется в Англии. И это, как я говорю, английский Макдональдс, потому что это самый дешевый пап, в котором всегда огромное количество людей – англичан, конечно же, я имею в виду, но и сейчас вы можете в этом убедиться. Я вам уже показывала этот паб, рассказывала, как там мы кофе пили дешево. Так вот, тогда мы были в Ньюпорте в таком пабе, он выглядел немного по-другому, а это паб у нас в райде, в самом центре. Вот сейчас мы пришли сюда с Татьяной, потому что она Иногда пиво пьет, чтобы пополнить свои витамины Б, как она говорит. Вот. А я пива вообще не люблю. В последнее время что-то мне не хочется. И я беру себе кофе. Так вот, как раз по поводу кофе. Помните, я рассказывала вам, что я удивилась, когда мне сказали, что здесь 1 ,50 фунт 50 стоит большая кружка капучина. Капучино ты идешь на самообслуживание, сам себе наливаешь. Из кофе автомата. Очень вкусный кофе, смею вас уверить. Вот здесь тоже мы уже проверили. Ну и потом можно брать этого кофе столько, сколько пожелаешь. И здесь тоже я не поверила. И я опять уточнила у бармена, правда ли это. Он сказал, да, да, это все правда. Сколько хотите, столько пейте кофе. Ну вот, возможно, поэтому здесь и сидят люди с утра до вечера. Очень шумно здесь разговоры. И мы с Татьяной, когда взяли себе кофе и пиво, то не могли найти свободного места. И пришлось нам сесть в самом углу. Такой незавидный, знаете, вид рядом с открытой дверью на кухню туда к ним. Ну и мотаются постоянно официанты эти. И тут стоит огромное количество неподалеку грязной посуды там у них, и вот какой-то парень эту посуду моет. Я не обратила внимания, сижу радостно пью свой кофе, и мне Татьяна говорит, ты посмотри, как он моет посуду. И я обратила внимание, друзья, лучше бы я не видела, называется, да? То есть вот как он, этот молодой парень, моет посуду? Он открытый, значит, кран воды, он берет эту чашку, которая вся грязная в кофе, он ее внутри полоскает под струей воды. И вообще за никакие там манипуляции с тем, чтобы обмыть края этой чашки или ее помыть снаружи, нет, он просто вот внутри сполоснул, и дальше он взял тряпку, которую он вытирает со столов и он этой тряпкой внутри еще протер, как бы, да, влажной тряпкой. Не знаю, для чего он протер влажной тряпкой внутри этой кружки. И он эту кружку поставил уже как чистую. И вот он проделывает вот эти манипуляции с каждой кружкой. Вы знаете, мне стало дурно, потому что я как-то понадеялась, что эта кружка чистая. Хотя я обычно бывает такое, что даже кипятком обдаю. Там, кстати, есть в этом автомате кран с кипятком вы представляете друзья это был кошмар я потеряла бдительность да немного так подзабыла эту историю а ведь я ее знала потому что помните наверное те кто давно смотрит мои видео я рассказывала как англичане моют посуду например они вообще пену не смывают они вот в тазиках там э, помыли эти тарелки в лучшем случае под очень слабенькой струей воды сполоснули и если пена там осталась, они не заморачиваются, они ее прямо с пеной ставят в сушку. Вот такие вот дела. Ну и потом то, что англичане руки не моют целыми днями, перед едой не моют, после туалета не моют, вообще не моют. Не заморачиваются никогда. И самое интересное, что многие, не просто там какие-то, знаете, слои населения невоспитанные, необразованные, а вообще все. Практически все англичане так делают. Они не моют фрукты, когда покупают в супермаркете упакованные, распасованные, допустим, клубнику, виноград, приносят домой, открывают и сразу кладут на какую-то тарелку, в вазу и начинают кушать. Это вообще, конечно, поразительная история. Ну, все, конечно, знают, что англичане никогда не снимают верхнюю обувь, когда заходят в помещение, несмотря на то обстоятельство, что чаще всего у них в квартирах постелен на полу ковролин. Но вот, понимаете, вот так вот они привыкли жить. Ну, конечно же, посмотрите, как чисто на улицах. Я вот вам, кстати, показываю центр райда. Здесь недавно был сделан ремонт, все по-другому немножко выглядит. Ну, вот посмотрите, какая чистота, да, на улицах. Но все равно обувь это же уличная обувь, ее надо снимать, мало ли кто-то плюнул, мало ли там наступил на собачью какашку. Но вообще для меня эти истории непонятные, и я поэтому к ним вновь и вернулась. Наверное, те, кто в Англии живет, те тоже все это знают, но ну, а те, кто не знает, вот и рассказываю, просвещаю. Огромное денежное дерево, выросла за три года, друзья. И я не ожидала, но оно просто как бонзай. Вы видите дерево, да? Посмотрите, стволы. И я его посадила в маленький горшочек. Ну, конечно же, он хочет, чтобы его пересадили. Начал даже немножко вредничать, желтеть. Я купила вот такой новый горшок. Огромный, красивый. Решила пересаживать. И что вы думаете? Я ведь я его вытащить не могу. Он там настолько намертво сидит. Я переломала вон столько веток у него. Уже половина выкинула. Не знаю, что делать. И так и так трясла, и ногами упиралась. И что мне теперь делать? И вы знаете, красивый весь горшок. Жалко же бить. Придется бить горшок. Вот до чего дошло дело. Или, может быть, мне кто-то подскажет. Что сделать? Как? Как пересадить? Вот так я решила украсить сегодня свое окно. Смотрите, какой чудный закат. И как все видно далеко. И вот, да, даже без елочки, смотрите. И очень красиво. Я обожаю гирлянды. Сегодня у нас ноябрь. 25 число. И сегодня, вы знаете, ровно месяц до Рождества. Тут у меня, конечно, и остались блестящие такие с прошлого года веточки с цветами и с птицами. Но что-то ленюсь, я ленюсь в этом году. А такая красота, когда украсишь на Рождество, правда же? еще немножко покажу вам красоты в магазинах. Это уже магазин Оазис. У нас осталось как-то, знаете, странным образом не так много магазинов, в которых вот я могу показать вам такие красивейшие убранные елки к Рождеству, какие-то декорации. Осталось всего лишь Бизи Би и вот Оазис. Хотя витрины магазинов, конечно же, украшаются. И украшаются иногда очень красиво. Люди украшают свои дома на улицах. Очень любят англичане. Вот подсветки всякие красивые ставить. Горящих оленей, горящие деревца елочки. И даже иногда просто обычное дерево украшают шарами. Тоже показывала вам, наверное, видели. В этом году пока еще я ничего такого не встретила. Если увижу, обязательно вам это сниму и покажу, друзья. Ну а пока мы с вами давайте насладимся тем, что есть. Для тех, кто досмотрел до конца, мой маленький сюрприз. Во-первых, сейчас увидите меня в зеркале. Я помню, что прям такой ажиотаж был, когда меня увидели в зеркале. Я показала шорт видео, как мы там баловались. И опять кому-то не угодила, знаете ли? Ну, Бог с ними. Главное, что я себя ощущаю прекрасно, великолепно и наслаждаюсь жизнью, как всегда. Чего и вам желаю?